Deixa eu ver se eu deixo pra mim. Incentivo, клановые группы. Эй, почему я снова не могу поиск? Ёжики, ну в томатной пасте, блин, только что можно было. Что я сделал не так? Что сделала Destiny? Почему нельзя искать людей? О, уже можно. Приложуху закрыл, открыл. Ладно. Все нормально, отставить панику. Это тебе уже такой наговорил, вот получается, что... Так, сумрачный налет. Ночной охотник с нами будет. Ты тут, Роман? Ага. Угу. Ну как, он не испугается? Лайта вообще. Наверное, нет. Ну, поехали. Не испугается, да и ладно, выйдем. Что, у меня это все правильно стоит? Ну, вроде правильно. Лайдовый, да? Пробраться вглубь базы. Мне только к их сети подключиться. Так, я забыл, что у меня треугольник. Треугольник это... импульсная. Импульсная, да. Придется уносить сразу. Питалку. Ай!
пиратики ушли, хорошо. Пошел вперед, да, понятно. Возьмешь? Вон. Не, я не дотащу, у меня лайка мало. Так хотя никто не просит сейчас эти, просто возьми, там где-нибудь туси положи. Никто не просит его даже туда тащить и ставить или чуть-чуть. Эх, а, ты супер взял он. А, там оно не блин. Катя не обиделась, ничего, просто вышло, что нормально все. Ну, она даже... это, говорит, я, говорит, ладно, пойду, типа, я потом, типа, завалил. Ну, понятно, ну, ладно. Типа, ну, вроде нормально. Ничего, пришел. А, еще один корабль.
Там вон еще один корабль, ё-моё. Чувак, блин, ты... Блин, опять гранат. Тут справа остался. Снайдер, да добьем маленького какого-нибудь, обидим обязательно, но. Добил? Видишь, так проходимо, ничего такого сложного, чтобы там, ну, нормально. Конечно, если все будут маленькие, или вот с этими гранатками, так вообще нормально проходить. Я заморозил, пошел. Ёпка, корёк. Летит такая дура, да? Кто поставил? Еще твой долг, да, надо будет проблемы. Я к этому, к колде привык и бросай гранату теперь на эту. На правую, блин, она на левую. Эй, блин, кинул отстойно. Ой, как плохо. По-моему, я попал гранату. Нет, не попал. Так, там что-то включать, да? А, ты пошел уже. Сейчас там выйдет куча воителей, сразу 4 штуки, 3-4. Так что не стой, не думай, не ставь здесь раскол прямо здесь, не стоит, все равно мы уйдем. А я собирался уже. Не-не-не-не. Ну там отойди чуть дальше, там где-то поставить.
ведешь гонок или ты не делаешь? Нормально. А, наш синячок, это ничего себе. Уже и Вообще топ, это ты сделал? Охренительно. Да. Вдаль кидает тоже хорошо. Ну, в смысле, дальняя вот эта способность. Хотя Хантер, да, не мог бы. Это дурацкий вопрос с моей стороны. Две турельки стоят, что они думают, они его не заморозят одновременно за милую душу. Ничего даже сделать не сможет. Ну так порешали. А там дали еще. Чуховик, нормально. Так. Кто? Опять? Ага. Угу. Так. Мы за фазу не убьем, три фазы. Нет, три фазы будет. Если культовать, ну, по мобам стоит. Ну, а у меня это раскол. А, ну, оставь нам, конечно. Будет это. Все равно будет три фазы. Мы-то его за раз, ну, может, конечно, но если сел убер. Thank you.
Хотя да, могли бы. Вот и... Каёк догнал всё-таки. Не успел я пройти. Ещё мы его могли бы загасить, он почти уже... Так почти уже никакой. Он вылез уже? Да он уже дохлый, полудохлый. А где он? А на своем месте. Бляха, муха. Гиперный театр, я неудачно вышел. Иди, Самина. А все, отлично. Так. Ух ты, как-то все горит. О. Брать не пройдет. Блин. Все заморожено. Блин, нахер. Чем-то пальнули в меня ваншотом. Босс стреляет. Я вообще даже не видел, но я смотрел в его сторону, ничего мне не летело. Сзади тебя нашел поднять. Ага. Где босс? А, все, доктор. Все, супер. Устранена. Отлично сработано. Так, мы все слишком официальны. А где же бешеная энергия? Давайте наведем шуму, а? Дело сделано, Кейт. Шумом можешь заняться сам. Катализатор для безжалостного. Отлично прошли, мне кажется. 158 тысяч. Сразу все одним махом. Завтра можно повторить что-нибудь пофармить, даже если надо. А это какого лайта был наш напарник? 80 что-то там с чем-то. Так, а чем он там нападал-то вообще? Сейчас летим на тавр. Не, я смотрю, что не упало. Должно было упасть. Геомагнитные стабилизаторы. Подвижностью 21. Каты, я даже такого не знаю. Тройной выстрел, фугасный снаряд, синергия. При перезарядке у этого оружия увеличит удобство и снижает смещение прицела при получении урона. Господи. И только разведчика. Сейчас вот мне больше нравилось, не раньше нравилось бегать вот тоже вот в огненном подклассе с сапожками, чтобы хилить союзников, да? Но как появилась гранатка, я думал, начал задумываться, блин, граната, да, это все-таки хорошо. А когда появились руки, что я могу сразу две гранаты делать, таскать с собой, могу, если надо, сразу две турельки ставить. Ну, тут выбор уже остался, что только можно турельки ставить, что всех морозить, они тупо стоят, а ты их дамажишь. Вообще, вот сейчас мы прошли, ну, согласись, все-таки, вот они все замороженные, мы их просто убиваем. Угу. Легко. Хоть даже и кто-то маленького лайта, все нормально. А вот Сережа сходили, тоже... тоже он тебе поставил такие же руки, и мы вот так ходили на Nightfall, травили недели две назад где-то. Были меньшего лайта. Нам попался человек, тоже он с гранатками, третий варлок. Это просто был абзац какой-то. Вечно все в гранатках. Не то чтобы... Просто никто не размораживается.
Все, в гранатках засосы просто, блядь. Ну, ебать, моя женщина. Это был разгром всего. Так что качай вот это вот, чтобы гранатка была тоже, пробуй. Руки когда будут. Я занимаюсь торговлей. Руки, руки, перчатки с миомантия. Но они дают хрупкий лед. Они дают две гранаты, хрупкий лед. Наверное, нет таких. Понятно, нету. Ее надо выбивать там, где вот Катя сейчас бегает. Она выбивает руку, ой, голову. А когда будет... А это где? Голову она выбивает на Нессе. А, там в этот... Какого? Сейчас голова падает. В затерянных сетарах, что ли? Да, надо в соло на именно сделать. На высоком уровне сложности в соло. Или на 60-м, или на 90-м. Ну, а что поделать? Падает только там. Другого не дано. Я понял, хочу. Ну, как голова там на Титана, она просто до чего дошло. Тебя чуть не дамажат огнем, и ты от этого хилишься. Ну, ёшкин кот, что это такое? Это дамажит тебя огнем, и ты такой хилишься от этого. Просто, блин, атас. Ну, или руки эти тоже. А я смотрю, я что-то по каким-то чувакам стреляю, а вместо того, что... Я уже даже говорил, мы тогда, по-моему, вместе играли. Я говорю, что-то я понять не могу уже. Я по чуваку стреляю, а вместо того, чтобы у него снималась жизнь, она прибавляется. Это херь полная вообще. Ну да. Ой, она сменила голову другой голове уже. Хотел посмотреть, что отдает. А, я так гляну, сейчас почитаю. Коллекция... Хороший совет на будущее. Там. Вот. В такое время мы все должны заботиться. Так. А, вот как оно работает. Если вы получаете критическое ранение при заполненной шкале классовой способности или создаете баррикаду рядом с вами, возникает солнечное пятно, которое накладывает на вас усиленный эффект воссоздания. А это от хил здоровья. То бишь при этой голове, если у него заполнена классовая способность, это что? Баррикада? Да, баррикада, если у него есть в себе, то ты его вводишь в красную зону, а он начинает тут же отхиливаться. У тебя так это и было, да? Вот так работает эта голова. Хер полный. Ну вот что поделать. Такая вот хрень. Так бы хрень, ну вот все титаны сейчас вот бегают с этой головой, потому что типа бесплатный халявный отказ здоровья. Безусловно. Считай. Ритмичные телодвижения. Ты ничего не делаешь, он сам себя отхилит. Они приносят удовольствие. Круто, круто. Вот они бегают. Удовольствие, чем вообще ничего. Уже проверяю. Что, пофармить, что ли, детектор? Или ладно, уже завтра. Выпало что хорошее? Да хрен его знает. Должно было две вещи сверхвысокие выпасть. Ну, что-то выпало там, да. Сверхмощный. Попробую затерянный сектор тот. Пройти. Разок я потянул тут. Ты говорил, что правильно так не хорошо. Не пройти. Он сейчас по-быстрому поставит, поэтому. Так. Чё там? Линия луча хаоса.
Так, что у нас тут? Треугольник и квадрат. Ага. Мужчина, отстаньте. Так. Пойду попробую, пройду. Идет так. Плюс один бонус к силе. Какой у меня 53 теперь. О, значительно, чувствительно поднялся. Солнечная граната вызывает дестабилизацию. Мне нравится вот, которая в повязку, оживляющий взрыв. Ты когда воителя ошеломляешь, он еще и взгорается при этом. Уже снимается с ним здоровье, так нормально. Даже на 90-м это чувствуется. Что прошел? Затерянный сектор? Ты уже пошел в затерянный? Да. А что? Да сколько? Ну, там помогать как бы не надо. Ну, да. Не, я в смысле. Думал, вдруг ты занят мечем. Не, у меня же отмечено. Да, я сказал, Катя, сегодня не обязательно пройду, типа. Я вроде не обещал, но думаю, если прошел, то сейчас пройду. Пойду лягу посплю. Сейчас завтра на работу. Не хочется. Прикольно уже групповой концерт. 4250 стоит, ни хрена себе. Угу. Дорого. Ой, войдовый.
Мужчина вайдовый, а чего вайдовый? Кто там? Маленький. Что ты забыл? О, обитель наша. Черт, вот так кину. Вон. Нормально кину. Вот что-то я не докидываю вообще, пипец. Что ж ты так? Вообще, блин. Глазомер сломанный какой-то. А я перекидывать сейчас. Причем капитально, чтобы граната там далеко летала. А. Сейчас чуть карту будем. Идеальная команда была. Мужчина, что ж вы такой грубый? Да, Ром, простите, сейчас мне. Что надо? Последний рабочий день завтра? Да, именно так. Наш выйдет, пулемет сама. Автомат, господи. Ой, там мужчина, еще какой-то его друг. Ничего себе. А вот с друзьями мы не договаривались. Вон он отлично зажегся. Перегрузки. Ой, сколько снимает, нормально. Он снимает половинку черточки. Когда поджигается, вообще. Ну это на 90-м, а на 60-м он еще больше просто. Советую вот этот взять. Еще ни разу не умер на 90-м. Просто. Я ни разу даже первую часть. Ай, вот я и сдох. Накаркал там себе. Меня он типа заморозил, узнаешь, есть такая фигня, блин. Ага. Дурак этот. Не могу двигаться. Он так радостный. Взял меня и наказал за это.
Я сапожки не выпали, там необычно. Ну а тут что? Юх! Это сезонное испытание завершено. Мастерство, слияние в одиночку. Ой, надо же... Надо повторить, придется. Там надо пройти... Бессмертие. Блин, это было... Ну, я заполнил сам. Ну, это относительно легкие. Лучше сейчас повторить. На бессмертие вот этот пройти, это легкие. Реально, вот это легкий сектор, то это посмотри. Может, тебя это заинтересует. Да. Это надолго. Божечки. Телефон заменился. Ну, пацаны, че, блин, не добили. Потом. Все нормально с боссом определенный, может быть сложность, потому что он имеет свойство замедлять. Ой, 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 чуть не потерялся. Ух, а вы мужчина чё? Какой вам вопрос? Опять? Уже практиковал. Никак? Не, я не быстро не запускал. Карта, блин, она вся в пикселях. Серьезно? Прям. Ага. И 30 FPS, и все в пикселях. Прям мыло вообще. Я, блин, даже вот удивлен, что я раньше вообще этого не замечал. Играл как бы и играл, сейчас прям запустил. Причем, ну, на этом, на HD-шном телеке. Uh-huh. И она прям вся в пикселях. Просто мру.
наводящие. По симметрии пульти оказываются самонаводящиеся. Да. Когда ты зарядишь, они самонаводящиеся. Эй, чёрт, ну я никогда с ним не играл. А в PvP она вообще никакая, да? В КЗ никто не играет, она может. С учетом того, что никто не играет, да? Это не факт, но... Я редко кого вижу с багрецом, ну или еще чего, ну... Я так не считаю, что он не очень. По-моему, багрец вообще отличный. Ну да. О, не, мужчина. Я вас даже не любил, о чем же. Что я могу вам еще сказать? Идите отдохните. Ау! Тише, упоротый что ли? Точно укуренный. На ровном месте прям. Написала так? Ага. Наверное, кто-то вперед ушел, и там вайпнулся, да? Ну да. Ага. Ну ничего, к не вытяну. Не земля. Пипец. Страйки вдвоем сдохнуть. Красавцы прям.
Мобы нынче модные. Умные пошли. За камушками прячутся. Поджидают. Оба-на. О, мобы появились, я понял. Настрели вот таких. Ой, ух. А чё это вы, дяденьки, пришли? Борзевшая ты рожа. Оборзун. Лохорных на вас нету. Что-то я не понял. Что за революция, блин, включается? Чего? У меня включается какой-то баф, революция, когда я симметрию переключаю в режим электрического поиска. А-а-а. Ну, потом посмотришь на симметрию такое. Я причем посмотрел, у нее вроде ничего такого нету. Про революцию. Что революция? Причем он не отключается, даже когда ты... Ну, переключаешься на другое оружие. Ну, сволочь стреляла. Чего вы все выходите и выходите, а? Ну, идите революцию устраивать. Ну, офигенно, пацаны, блядь, не могли добить его, а? Теперь давайте вторую фазу ковырять. Пиздец. Я его почти полностью грохнул. И в итоге что? Ничего. Чего мне сказать? Комар, глад. Прям на лоб сел, самый такой. Где сюда? Щенок звёрш. Это что за хрень такая? Прикинь. Вот это дела. Да твою мать, кто меня убил? Сука. Я вообще такого ни разу не видел. Ну пидор, блядь, все, блядь.
что налет закончился, а нам долго. Меня убил дохлый моб, который уже давно сдох. Как-то он меня убил. В самом конце вот просто. Да, пиздец, обида. Я сейчас уже спать пошел. Еще раз. Поле сражения, Оракул. Ну, хоть что-то. Я все-таки пока не могу ранить. Ну не, я посмотрю. Какой-то глюк непонятный. Thank you.
Да, парни, что-то у вас там все плохо, я смотрю. Настройки? Ага. У нас я ошибки. Не знаю, как люди 108 уровень этого сезонного абонента убивают. С настройки забраться не надо. Я просто даже не захожу, я стою со стороны смотрю. Просто уже скучно на одно и то же делать. И рука болит. Сейчас я помню, подойду, у вас все получится. Не промахнешься, шарик, надеюсь. Еее, попал. Красавчик. Твою матрёну. Ой. Братан, где ты? Не убегай. Да, бля, я за тобой замучишься бегать. Уберите от мяса шашлычника. Да, конечно. Угу. Пацаны выдают.
Угу. Дайте ему, блин, ему остался, господи, впинуть его разок. Я кулаком. Твою мать! Вот и все. Бля. Ладно, все, слушай потом. Они, пацаны, кашу не сваришь. Да ладно, потом. Все, потом вам пройду до смертей. Ну наконец, твою мать. Пойди. Ботинки. Ботинки 51-го лайта. Или сверхмышка на башню летела? Все готово. Пока на стриме, до завтра.